Эти волшебные звуки вальса полонеза словно отправляют в удивительное путешествие эпохи прошлых столетий. В районном культурном комплексе проходит настоящий праздник историка бытового танца – зимний бал «Сказка». Когда в каждое движение вложен смысл, искусство общения без слов, фестиваль исторического танца и бальной культуры вновь радует ценителей прекрасного. Он проходит вот уже в 7-й раз, и с каждым годом принять участие в этом празднике историков бытового танца стремятся все больше и больше юных танцоров, учащихся учреждений дополнительного образования, средних школ района и их руководители. Очень хорошо, что у детей есть возможность оторваться от современных технологий, от компьютерной техники и действительно пообщаться с друг с другом. На этот раз основной темой бала стали сказки, что сделало мероприятие по-настоящему волшебным. «Снежная королева», «Золушка», «Бременские музыканты» – сюжеты, знакомые, пожалуй, всем. Каждый год преподаватели Медвежьеозерской школы искусств собирают всех ценителей историка бытового танца в одном месте и в одно время. Дети, по-моему, погрузились в атмосферу, они счастливы. У нас 24 номера, меняются стили, меняются музыка, меняются танцы. Но, по-моему, хорошее настроение у детей не пропадает, наоборот, они становятся все более и более счастливыми, им интересно, и нам интересно, зрителям. Идея, в общем-то, родилась, потому что дети изучают эти танцы на предметах своих, на хореографическом и театральном отделении, и, соответственно, чтобы это как-то в жизни использовать, мы решили придумать такой вот фестиваль, чтобы могли участвовать все дети, потому что здесь у нас в данном конкретном случае задействованы даже общеобразовательные школы, дети, которые не имеют хореографической подготовки. Мы их пытаемся погрузить в эту тут бальную культуру. Для многих сегодня этот бал стал возможностью показать себя, продемонстрировать свои знания в истории культуры танца и просто провести время в особой атмосфере, когда искусство в каждом движении. Раньше танцы для меня были одним из главных моих видов деятельности. И я окончила все 5 классов с красным аттестатом по классическим и бальным танцам. И сейчас танец просто как какое-то напоминание о детстве для меня. Вот эта вот резкость резкая, когда устаешь уже и хочется танцевать, танцевать и танцевать. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».